в 10 кілометрах, про це вже давно говорять, наразі там далі є 40 тисяч населення цивільного, 2 тисячі дітей. Відповідно, лише з понеділка місцева влада каже, перестануть працювати банки. Я не дуже розумію, коли 10 кілометрів від фронту, чому місто намагається жити цивільним життям? А дело в том, что там еще и выехать просто так невозможно. ТЦКшники под руководством Умерова конкретно организовали кучу блокпостов. И при выезде, когда, допустим, мужчины вывозят своих детей, свои семьи, своих стариков, на выезде раздают вплоть до чуть ли не ареста, но как минимум раздают повестки и чуть ли не возвращают обратно. Повестки-то раздаются в военкоматы именно эти, покровские. И по большому счету, получается, создается на данный момент такая колония или там карцер из этого города. И люди просто боятся выезжать. Почему? Потому что себе же дороже остаться без руководителя в семье, допустим. А люди, которые теряют кровь, при выезде, куда им выезжать? Куда как, любому парасичному громадянину, допустим, украинскому с Покровска выезжать? Вот у него на руках двое детей, жена и четверо стариков, свои старики и жены старики. Вот, он, допустим, ему там 30, 40, там 50 лет, неважно. Его принимает ТЦК на дороге. И куда всю эту семью девать? Там прям на дороге и бросать, а практически ее убить. Выехать же ж некуда. Сейчас опять те, кто сдает квартиры, опять понимая эту беду, чувствуя большие деньги, подняли цены на квартиры. Никуда не переедешь. У людей денег нет на эти процессы. Государство никак не помогает. А то, что даже давало, он у стариков по 2000 позабирали. У некоторых. То есть подход специально государство создает здесь как такой карцер, я не знаю, как угодно это назвать, это уже в концлагерь, из которого выехать невозможно. А мы сейчас разговариваем, а чего там 40 тысяч человек осталось. Так вот, потому государство их там и оставило. Вопрос, зачем? С какой целью? Денег срубить на выезде однозначно, потому что аж отпускают за долю малую. И полиция там занимается, ТЦКшники занимаются. Идет очередное, так сказать, обелечивание людей, естественно, с большой мздой. А естественно, чтобы вот стояли все эти ТЦКшники, их оттуда не поубирали, они делятся с верхом. Кто управляет ТЦК? Министерство обороны, непосредственно Умеров. Ему же надо за что-то ездить в Соединенные Штаты и семью кормить, где она там у него находится. Потому вот из-за этого там и осталось 40 тысяч человек. И так не только в Покровске, так везде на Донбассе. То есть Донбасс, с одной стороны, уничтожают россияне, жителей Донбасса, а с другой стороны, их уничтожает не украинская власть в Украине. А это не украинская власть. А потому что украинская власть никогда в жизни так к своим людям бы не относилась. А не украинская власть, у них задача сдать территории, собрать денег с людей, которые на этих территориях в беду попали, а потом куда-то убежать по вторым паспортам. Они же почему хотят пропихнуть закон о двойном гражданстве? У них у каждого лежит израильский паспорт, или там турецкий, или американский паспорт, у кого какой, для того, чтобы можно было туда убежать, легализовать этот паспорт. Иначе потом, если окажется, что у какого-нибудь большой шишки из нашей неукраинской власти был не украинский паспорт, а, допустим, израильский, и тогда возникнет вопрос, а за эти 5 или там 6 лет какую политику он проводил в Украине, проукраинскую или произраильскую? А вот для этого они пытаются еще и закон просунуть о двойном гражданстве. Потому пока эта неукраинская власть будет руководить Украиной, у нас будет вот такая проблема. Ее можно сменить. На исполнительную власть на данный момент, потому что политически очень сложно, это политические выборы и так далее и тому подобное. Исполнительную власть, вот грубо, Умеровых, Ермаков, всех этих послиц и все остальное, это же исполнительная власть, она меняется на раз, два, три. Потому этот вопрос надо уже инициировать народу Украины. Инициировать, заставлять политическую власть сменить
исполнительную власть, которая заворовалась, а еще и по карманам рассовала уже чужие паспорта. То есть она работает не на Украину. Мы же так же самое сейчас слышим о том, что оказывается у некоторых наших правоохранителей, судей и так далее, и тому подобное, еще и российские паспорта, оказывается, есть. Это все в информационном поле. Потому давно уже назрел вопрос, пересидели. Эти товарищи уже пересидели. И их надо потихоньку просить, пока просить, покинуть свои места и заменить более профессиональными, профпригодными, а лучше с военным образованием людьми.